У нее свой инстаграм и новое место обитания. Зеленая красавица с театральной площади переезжает в сквер космонавтов. Теперь вместо 5 традиционных кразовских елок будет одна. Но компенсировать это обещают обновленным ледовым городком по мотивам русских сказок, целыми 3 горками и огромным ледяным лабиринтом. И на этот раз называется «Сказ о Сибири». Рассказ будет в ледовом городке о людях, о традициях, о праздниках, о природе. Ледовая композиция «Горка» будет называться «Взятие снежного городка». Одна из грандиозных фигур, я так называю, грандиозный лабиринт, он будет на этот раз больше намного и будет называться «Танцы Сибири». Вот «Танцы Сибири», сюжеты этого ледового городка, они соответствуют реальным постановкам ансамбля «Танцы Сибири», созданной Михаилом Семеновичем Гаденко. Как рассказали в администрации района, елку с театральной площади убрали из-за того, что там стало мало места, и она диссонирует. Вероятно, виной всему строительство гостиницы, которая идет прямо на площади. И места для прогулок стало и правда меньше. Но теперь территория для празднования Нового года будет большой. Целый сквер космонавтов. Пока елку туда еще не привезли. Под нее готовят 80 свай. А потом начнут установку. А вот за новостями, как елка будет переезжать, предложили следить в инстаграме. У дерева есть своя страничка «Сов-елка». Открытие нового городка состоится уже 19 декабря в 17:00 вечера.